каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Сегодня Министерство экологии и природных ресурсов региона провело расширенную коллегию по итогам работы за прошлый год. Напомним, что осенью 2018 года в состав министерства вошли Госкомлес и Госкомоходнадзор. Так, с новым расширенным составом министерство определило приоритетные направления деятельности на текущий год. Как отметил первый заместитель председателя и министр ведомства Шалбан Хапуя, работа предстоит обширная, но в первую очередь она связана с природоохранной деятельностью. По итогам года я уже сейчас предварительно могу сказать, что по составлению административных протоколов по фиксации нарушений природоохранного законодательства у нас цифры находятся практически на уровне 2017 года. Естественно, вот это объединенный состав нашего министерства, он подразумевает, что в одних руках, образно говоря, будет сконцентрирован весь ресурс природоохранной отрасли, да, очень серьезный штатный состав. И у нас есть очень много плюсов, которые мы можем доложить. Это нужно развернуто разговаривать, докладывать, но мы для себя понимаем, что в плане соблюдения природоохранного законодательства на территории республики будет наведен порядок. Министр природопользования также отметил, что в текущем году ведутся работы по новым заказникам, в частности Бура, Шанчи и Хамсара. Кроме того, с декабря прошлого года начался учет диких животных в охотничьих хозяйствах в Пихемском, Каяхемском и Тесхемском районах. Подписано охотхозяйственное соглашение, и у нас уже эти хозяйства развернуты и работают. Основная стратегическая задача – это обеспечение охранного режима на этой территории, воспроизводство биологического ресурса и укрепление материально-технической базы наших именно надзорных органов. Эти предприниматели перед нами в регулярном порядке отчитываются, но пока у нас такие достаточно промежуточные результаты, нужно понимать, что это только период становления. Поэтому дорожная карта по этому проекту, она тоже расписана. И мы в постоянном режиме их мониторим. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Артыш Салчак рассказал о главных проблемах прошлого и, пожалуй, текущего года. В первую очередь, это волки. Напомним, что в декабре 2018 года в селе Эрбек волк напал на людей. Ну а несколькими днями позже в центре Кызыла поймали серого хищника. В данном случае, когда волк свободно бегал по улицам Кызыла, это все широко освещалось в СМИ в том числе. Данный волк точно установлен, что его держали в частном доме. Конечно, мы уверены, что его щенком привезли и там же вырастили, потому что по сети интернета уже, так скажем, гуляли видеоматериалы, где данного волка там люди ласкают, там как собака держали. По данным лицам проводятся следственные мероприятия и незаконное содержание в неволе дикое животное – это серьезное нарушение природоохранного законодательства. Ежедневные рейды по выявлению фактов незаконной добычи диких животных и прочих нарушений дают свои результаты. Примером тому могут служить недавние факты задержания браконьеров, отмечает замминистра. В настоящее время государственные охотинспекторы, кроме проведения оперативно-рейдовых мероприятий, занимаются своеобразной переписью основных видов охотничьих ресурсов. Правительство Тувы одобрило дорожную карту по развитию многоэтажной комплексной застройки, разработанную по поручению главы республики. В соответствии с этим планом мэрии Кызыла и администрации пригородного Кызылского района придется изменить свои генеральные планы. В частности, столичные власти зарезервируют земли в районе дачных обществ «Авелинский Затон» исключительно под строительство многоэтажного жилья со всей полагающейся инфраструктурой, включая инженерные коммуникации, дороги, связь, социальные, торговые и иные объекты. В такой же резерв будет передана часть земли, принадлежащей административному центру Кызылского района, поселку городского типа Каяхем, а также три микрорайона в селе Сукпак, расположенном в двух десятках километров от Кызыла. В настоящее время начата работа по внесению необходимых поправок в градостроительную документацию.
После того, как они будут обсуждены на публичных слушаниях, муниципальные парламенты Хуралы утвердят обновленные генпланы указанных территорий. Срок – апрель 2019 года. Приоритет многоэтажному комплексному строительству продиктован в первую очередь проблемами экологии Кызыла и прилегающих территорий. Из-за того, что значительная часть их занята домами с печным отоплением, зимой столица буквально задыхается от смога и сажи. Многоэтажное жилье позволит сократить количество коттеджного сектора с печным отоплением и мелких котельных, как главных источников загрязнения воздуха. С 25 января по 7 февраля на всей территории России пройдет статистическое наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Наблюдение организуется с ежегодной периодичностью, начиная с 2012 года. С 23 по 24 января пройдет обучение интервьюеров, которым предстоит осуществить опрос населения. В Красноярском крае обучение пройдут 39 человек, в Хакасии 20, а в Туве 16 человек. Опрос населения будет проводиться во всех субъектах страны, в том числе и на территории Тувы. Опросу подлежат респонденты в возрасте 16 лет и старше. В ходе опроса будет получена статистическая информация, отражающая роль оплаты труда и доходов от самостоятельной занятости, собственности, пенсии и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей. В настоящее время на территории республики имеются два угледобывающих предприятия, реализующие каменный уголь населению. В том числе это Тувинская горнорудная компания. Отпускная цена на рядовой каменный уголь марки в Туве с 1 января текущего года составляет 2754 рубля за одну тонну. Тувинская энергетическая промышленная корпорация «Майнинг». Отпускная цена на каменный уголь для потребителей республики за тонну составляет 2300 рублей. Прирост потребителей цен на уголь по сравнению с 2018 годом составил 3,5%, что в пределах уровня общероссийской инфляции с учетом увеличения НДС. Правительством республики утверждена предельная розничная цена на твердое топливо, которая включает в себя розничную цену одной тонны угля, затраты на доставку угля автомобильным транспортом, торгово-сбытовую надбавку, а также налог на добавленную стоимость. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 33 копейки, а евро 75 рублей 38 копеек. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555. Игорь Письменный, Наталья Громушкина, Денис Рожков, Константин Соловьев и Татьяна Абрамова в комедии «Притворство и любовь». 11 февраля в Национальном театре. Разбойное нападение в Кызыле. Утром 17 января в дежурную часть Кызыла с заявлением о разбойном нападении обратился 58-летний мужчина, охранник одной из автостоянок города. Заявитель сообщил, что в помещение ворвались неизвестные и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили из сейфа деньги в сумме около 80 тысяч рублей, его сотовый телефон, а также рога морала, общая сумма которых составляет около 130 тысяч рублей. Злоумышленники намеренно сломали камеры видеонаблюдения и стационарный телефон. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска Управления МВД России по городу Кызылу, подозреваемые в совершении преступления, четверо мужчин в возрасте от 1 года до 24 лет задержаны. Следователям по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Фигуранты уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В
Туве ко дню снятия блокады Ленинграда состоялась встреча школьников с очевидцами трагического периода истории города на Неве. На встречу были приглашены учащиеся 6-7 классов школ города. Борис Борисович Подгорный и Татьяна Алексеевна Афоничева, дети-блокадники, рассказали подросткам о том, какой ценой досталась победа советского народа в Великой Отечественной войне. В нашей библиотеке очень часто проходят мероприятия, особенно подобные о Великой Отечественной войне. И так как в этом месяце 75-летие снятия блокады Ленинграда, которое было 27 января, и в связи с этим мы сегодня провели мероприятие, именно посвященное блокаде Ленинграда. Были приглашены у нас дети с 4-й школы и 11-й школы, 7-е и 8-е классы. Ну, что можно сказать? Всегда это, конечно, тяжело говорить на эту тему, особенно слушать ветеранов. И поэтому мы бы хотели донести до детей историю, чтобы они помнили об этом, чтобы они знали. Они выжили. Провели в Ленинграде 900 дней, когда только от голода погибло свыше 640 тысяч его жителей. Десятки тысяч погибли при артиллерийских обстрелах, бомбардировках и умерли в эвакуации. Там были женщины, дежурили. И вот эти бомбы, которые немцы сбрасывали, они старались на крыше бросать как можно больше бомб этих фугасов, чтобы они горели дома. И вот меня женщины научили, как это действовать. Я на животе подползал вниз туда, к карнизу, а они прямо шипят, горят. И только успевал сбрасывать на пол, на землю, чтобы дом не загорел. И вот так все время, как только тревога, сирена загудит, значит, летят самолеты. Мы уже на свой пост идем, я к женщинам, и они мне потом после этого кусок хлеба давали, кусочек. Катастрофически не хватало запасов продовольствия и топлива. Жители блокадного города боролись с голодом и холодом, боролись за жизнь. И сегодня, чтобы школьники поняли, как это, показали им ту самую блокадную буханку. С каждым днем в городе таяли запасы продовольствия. Были сокращены его нормы. Рабочие и инженерно-технические работники получали по 250 граммов хлеба. Это примерно на целый день рабочих. Мы попробовали постряпать этот блокадный хлеб вот перед вами. Практически из того, что можно было постряпать, мы попробовали его сделать. А иждивенцы и дети получали по 125 граммов. Муки в этом хлебе почти не было. Его выпекали из отруби, мякина и целлюлозы. 27 января 1944 года блокада была полностью снята. В результате мощного наступления Красной армии немецкие войска были отброшены от Ленинграда. Блокада закончилась. Участники встречи посмотрели видеосюжет и фильм о блокадных годах. Организаторы встречи, департамент по социальной политике мэрии Кызыла, школьники и сотрудники библиотеки имени Надежды Крупской выразили благодарность ветеранам и вручили им подарки. Специализированный магазин «Химтоп» продолжает радовать слушателей радиостанции «Голос Азии» приятными подарками. На волнах первого интерактивного продолжается новый сезон квеста «Замес майонез». И сегодня в эфире прозвучала загадка за секретным местом, где победителя ждал приз. Основное правило – это оказаться первым на зашифрованном месте и крикнуть оператору «Замес майонез». В столице, в городе Кызыле, стоит красавица одна. Дедок там с внучкой скучают, а рядом с ними Николай. Поймешь, где зашифрованное место – беги и приз свой забирай. «Замес майонез». «Химтоп» – это магазин, где можно приобрести средства для борьбы с грызунами и другими вредителями, средства для ухода за чистотой в автомобиле и вашем жилище, а также большое разнообразие средств личной гигиены. От мыла и порошков до детских салфеток и шампуней. Все это можно найти в специализированном магазине «Химтоп» по улице Аюна Курседи, 103/2, телефон 6-63-53. Код города Кызыла 839-422.
Меха дивные, меха чудные, настоящая золотая пушнина и совсем не за горами. В Кызыл приехала меховая выставка «Ангелина Сэм» с новейшей коллекцией «Зима-2019». Современность пестрит обилием, а вы по-прежнему находитесь в поисках той самой шубы мечты? Тогда вам точно сюда. Выставка «Ангелина Сэм» – это огромный ассортимент эксклюзивных моделей шуб по привлекательным ценам. Астраган, норка, мутон, лиса, нутрия и бобер. Всего более 10 видов меха. Размерный ряд также не оставляет равнодушным – от 38 и до 74. Быть может, именно здесь вас ждет то самое идеальное зимнее одеяние или изысканный головной убор по привлекательной цене. Шага ведущая «Ангелина Сэм» – фабрика за шубы. И еще, не стоит откладывать покупку, если вы уже выбрали подходящий вариант, но временно не располагаете необходимой суммой. На выставке всегда можно оформить рассрочку или кредит в любом из банков-партнеров. Приходите на выставку шуб «Ангелина Сэм», и вы увидите, высокая мода и качество доступно каждому. Торговый дом ЦУМ, цокольный этаж, улица Тувинских добровольцев, 22, с 22 января по 27 января включительно. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно! «Отличные наличные» – удобные условия по займам. По республике переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 12 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 25 января -33, -38 градусов. Местами -25, -30 градусов. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. В новом номере еженедельника «Туватова Инфо» читайте. Что, где, когда. Краткий обзор событий в Туве за неделю. Как будет проходить шага. Ознакомьтесь с планом мероприятий. Сопоставима ли прибавка к пенсиям и зарплате с повышением тарифов и цен. Внешне красиво и внутри. Рассказ о том, как построили спорткомплекс в Байхаке. Путешественница баба Лена скончалась на 92-м году жизни. Ее памяти посвящается. Пьющая мать, горе детям. Материалы программы «Патруль» на страницах еженедельника. Почему мы помним Аркадия Гайдара? И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрыша лотереи, ТВ-программы, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ Инфо.